Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео попалось от крипто. Вспоминаем, ребятки, заходим, выводим. И это видео хочу показать вам вывод средств, о том, что проект работает, платит. Я писала неоднократно, как бы, да, видео по этому проекту, по Bouncet Crypto. Здесь множество платежных систем. Но, ребятки, многие платежки, они пустые. Так что будьте внимательны при выводе денежных средств. Значит, что у нас здесь? Смотрите, можно выводить на Bitcoin Cash, Bitcoin, BitTorrent. В общем, он пустой, видите? Тоже пусто, пусто, пусто. На что здесь можно выводить еще? Вот такую криптомонету. И вот здесь зелененьким. Видите? Вот эту можно, вот эту. Смотрите, да? Я раньше выводила постоянно на Horizon. Вот это моя монетка. Вот это мне показано зелененьким, сколько у меня монеток. Всего заработано в биткоин-сатошах. У меня 2679 биткоин-сатошиков. Вот. И как бы я не могу сейчас вывести свою вот эту монетку, да, так как кран пустой, и не знаю, будет он пополняться или нет. И приходится выводить на ту монетку, которая есть. Значит, биткоин на Faucet Pay. Вот здесь показано, сколько у меня монет. 2679 биткоин сатох. Кликаю вывод. Так, значит, что у нас здесь? Минимум 1000 коинов. 50. Это комиссия идет у них. Так. Так, будем сейчас выводить, ребятки. Надо перевести на русский, посмотреть. Ой-ой-ой. Ну ладно, снять со счета. Вы будете вы средства на свой счет на запись Faucet Pay, а на непрямой кошелек. Это понятно. Конвертируйте свои монеты. Я на биткоинах впервые, ребятки, увожу, так как я выводила все время Horizon. Минимальная сумма составляет 1000 монет. У меня больше монет. Есть плата в размере 50 монет по этой сделке. Количество 10 тысяч, а у меня 37. Или они дают количество только... Сейчас попробую ввести свое количество монет. Так. Я введу 37. Но у меня 822. Я ровную сумму. 800. А-а. Они дают только вот свое. Видите, свои монетки не ввести. И я получу 769 монеток. И надо ввести адрес электронной почты. Видим, да? Будьте внимательны. Так, поставлю я оригинал. Так, почту я прописала, которая привязана на Faucet Pay. И 769 биткоин сатошиков я должна получить. Сумма здесь стоит уже у них по умолчанию. Я свои 37 тысяч не могу прописать. Потом я еще сделаю платеж. Кликаю вывод. Вот, обратите внимание, вот в правом нижнем углу все. Вывод обработан. Так, типа того, даже если перевести на русский, как бы не закрылась вкладочка.
успешно завершен. Идем на Faucet Pay. Значит, здесь нет никаких Faucet Crypto. Я перезагружаю страничку. И, пожалуйста, ребятки, Faucet Crypto 768 биткоин сатошков. 2 декабря. Так что работает, платит. Вспоминаем, заходим и выводим. Я боюсь, что мне второй раз вывести уже и не дадут. Возможно, один раз в день. Вот. Ага. Давайте попробуем, да? Вот. Потому что я еще могу вывести, как бы, да? Снять со счета. И опять 769 БТЦ снять со счета. Дадут? Хорошо. Нет, вывод. Лимит снятия средств. Так, что это мне тут? Вы достигли дневного лимита. Ага. Раз в день. Завтра я опять захожу и вывожу свои монетки. И так 3 дня подряд. Так что все замечательно. Бокс работает, платит. ПТС-ки здесь достаточно. 20 рекламок в день. Вот, так что все супер. Всем удачи, всем пока.